Прокуратура Чувашии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего руководителя Минэкономразвития Республики Владимира Аврелькина. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере, и злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшим тяжкие последствия. Кроме экс-министра, обвиняемым по уголовному делу проходят еще два жителя республики. По версии следствия, обвиняемый по предварительному сговору с иными лицами совершил хищение денежных средств из республиканского бюджета путем незаконного предоставления двум коммерческим организациям субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования. При этом обвиняемый, пользуясь служебным положением, также необоснованно представил преимущество указанным коммерческим организациям перед другими предприятиями, которые также желали участвовать в конкурсном отборе на получение данной субсидии. Общий ущерб, причиненный совершенными преступлениями, составил около 24 миллионов рублей, который возмещен в ходе предварительного следствия. Обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он также уволен с ранее занимаемой должности. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд города Чебоксары. Отмечаем, что преступная деятельность обвиняемого была выявлена сотрудниками ФСБ России по Чувашской Республике.